У всех был с детства интерес. Действительно ли он воскрес? Зачем в день светлый и живой в церквях, садах, на мостовой кричат с улыбками и без: «Христос воскрес! Христос воскрес!» И что же миру он явил? Что мир его же умертвил? Каких наделал он чудес, что умер, а потом воскрес? И для чего святая рать его послала умирать? Казалось, только жизнь бери, но нет, распяли в 33. И робок был, и не женат, судьбы не скручивал канат. Ни в драке, ни в разбой не лез, а вот распяли. И воскрес. Шли годы наши, мы росли среди садов и спелых слив. И вроде бы должно так быть. Никто не должен быть убит болезнью или погибнуть сам, предусмотрев все по часам. Никто не должен быть в беде. Никто, никто. Нигде, нигде. Ах, если б возвратиться нам в то наше детство, где война была невинной игрой, а кто был добрым, тот герой. И был один на всех девиз: мирись и больше не дерись. Но в светлый праздник, Пасхи день, несчастье отступает тень. Святая рать несет огонь, дабы пресечь стихию войн. А там на небе, как колосс, глядит на нас Иисус Христос и требует от всех царей, что мнят себя в земной поре: верните нам живых ребят. И они за смерть, за жизнь распят. Шумят в моря и вторит лес. Христос воскрес! Христос воскрес!